Hi! С вами Нижина, и мы продолжаем с вами играть The Beast Inside. И нас вновь похитили, надели нам капюшон на голову. И сейчас будет, видимо, снова стрёмная глава, где начнутся хорроры, скримеры и так далее. Приступаем. Да, мы снова в дневнике, мы в шахте. Нам наконец-таки удалось, ну, вроде как удалось избежать, вылезти из шахты. Зажмите пробел, чтобы пропустить. Нет, спасибо, нет. Мы еще не вылезли из шахты, все еще. Мужчина в маске. Это он. Это мой отец. Зачем он меня защищает? Что он пытается мне сказать? Какого черта? Что? Оу! Оу! Нифига себе. Что это? Портсигар с гравировкой. Так вот где оборвалась жизнь Гилмана. Он так и не встретился с Марией, не увидел доказательств, которые она должна была ему предоставить. Уолтер Гилман. Окей. Он заблудился в шахте и погиб, так и не встретившись с Марией. Если она живет на болоте, то можно до туда дойти. Это недалеко. Здесь кто-то есть. Он прошел за мной в шахту. Надеюсь, я смогу от него скрыться. Эта шахта настоящий лабиринт, в котором легко заблудиться. Как только выберусь, зайду к Марии. Она сказала, что живет в лачуге у реки, недалеко от болота. Стремно. Что еще за тайна Хайдов? Что мы скрывали? Оно вылезало по ночам. Но что именно? И где? Не понимаю. Как это связано с пропавшими и взрывом? Я обязан поговорить с этой женщиной. Тем более детектив не мог записать ее показания. Прошло 10 лет. Надеюсь, она еще жива. Давайте пополним наши запасы. Так, это все. Ящичек не открывается? Нет. Да, мы сейчас выберемся, надеюсь. Давай, давай, опа. Есть! Открытое небо. Пройти к дому Марии через болото. Через болото, говорите, да? Через страшные болота? Оно будет вылезать? Оно будет вылезать, да ведь? Вон там, смотрите, какой-то домик. Здесь я никак не могу пройти, да? Нет. И здесь все закрыто. Ну, понятно, только вот сюда и можно. Пополнить, пополнить. Кстати, о пополнении. Керосин. Подлить. Сейчас по пояс будет, да? А-а-а! Фу! Фу! Ой! Вроде что-то плавает, лучше держаться подальше. Ой, еще так плохо видно. А-а-а! Хорошо. Мразота какая. Что это? Ой! А я не буду нырять. Понятно? А я не буду нырять. Он был нечестив с душой чернее ночи. Я видела, как он забрал чужую жизнь. И молилась тебе, Господи, о прощении и избавлении. Опять. Я слышу голос того, кого нет, кто ноет. Это наверняка та женщина, которая писала детективу. Мария. Я вот типа должен туда прыгнуть? С разгона, с разгона. Оп! Быстрее, быстрее, быстрее. Оп! Ха-ха, монстр даже не заметил. Такое ощущение, как будто я в Resident Evil 7 играю сейчас. Знакомые места, да? Что это? Ого! Свечки. Я вот не особо понял, эта механика здесь как-то не работает. Она не обязательна. Совсем. Тем более, все свечки за меня уже зажгли. Ну ладно. Чтобы уважить, сделаем так. Хорошо. А это еще спички.
Может быть, я коплю их к концовке игры, и там нужно будет их целая куча? Свечки должны как-то сыграть свою роль. Должны по-любому. Ой, блин, ко мне! Кажется, в воде что-то есть, что-то большое. Лучше держаться подальше. Да-да-да. Мы поняли. Прыгаем. А! Скорей! Скорей! Есть! У-у-у-у! Ох, успех. Да тут их целая куча таких тварюк. В какую сторону мне? Вот туда. А, блин, надо было бежать. Их двое? Понял, я понял. Скорей, скорей, скорей! Ой, молодец! А, было рядом. Ой, было близко. Не могу вперед идти здесь. Пошли! А, греби! Нет! А я прям за пятку! Ой! Укусил! Он укусил меня! Все, все в порядке. О! Я понял. Я уже понял, как это работает. Уже понял. А куда мне надо? Куда мне надо? Вот сюда. Он поплыл? Ой, блин, нет! 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 Да нет! Ну все, перестань! Блин, утопил меня. Черт, а такой слив скримера. Совсем не страшная женщина. Обидно даже. Ну ладно, не страшно так не страшно, зато мы можем спокойнее себя вести. Да-да, я понял, я понял. Ну вот, дистракт. Пошла. Что-то она не идет, нифига. А, вот, хорошо. Так. Бегом! Скорей! 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 Фух! О, было близко. Так, погоди, а что это за старуха такая плавает? Это она же? Давай. Пошло. Ты гребешь? Побежали. Пошел туда. Скорей, 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 скорей. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, есть. Смог, я смог, я смог, я смог, я смог. А-ла-ла-ла-ла. Нормально. Мне не поверил даже священник. Сказал, что я вру, когда называю старика Хайда сквалыгой и душегубом. Он проклял меня и выгнал из прихода. Господи, тебе известно, что я честна, что старик не дал мне ни гроша, когда мой муж погиб в шахте. Господь, прокляни же этого старого мерзавца и всю его семью навеки прокляни. Окей. Очень грозная женщина. Это проклятие. Нас прокляла женщина. Всегда было забавно и интересно, почему все-таки женщин считали ведьмами? Почему им приписывали какие-то колдовские способности? Что-то есть в вас, женщины.
Опа, смотрите, вон она стоит. Здоров. Оп, твою мать. Ты здесь? Как ты можешь тут жить? Тут все грибами поросло. Ой, он, вон она. Даже не накинуть в нее чем-нибудь, было бы весело. Сейчас начистит. Опа! Трюк. Короче, она здесь типа повесилась. Это она все воздвигла здесь? Вот эти вот ходы, мостики. Она сумасшедшая. Что это было? Это мои шаги. Ух. Воу. Это вот все, что мы прошли, да, получается? О! Спасибо. Чекпоинт. Мне оно надо вот туда? Скажите, мне оно надо? Пока не знаю. Пока не уверен. Уверен. И именно туда и нужно. Хорошо. Пац! Скорее, 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 скорее. Все нормально, все нормально. Все рассчитано. А потом... Получается, эта женщина каждый раз, когда уходит в магазин за покупками, она проделает этот путь, и это она складывает в ведро камни... Побежали! Плохо прыгнул. Все, есть. Если эта женщина будет, я сразу в нее кину камень. Секундочку. Опять этот звук. Опять этот гребаный звук. Окей. Смотрите, что у нас тут. Опа! Отвлечение, нет? Не получилось? Да что ты смотришь назад? Я понял! Ха-ха-ха-ха! В какую сторону? Ну, сюда, видимо. Фу, вонючее болото. В лампе нет керосина. Найн. А, собственно, а мне-то куда нужно? Она поплыла? Да, она поплыла. Ой. Ой, ты напугала меня. Хорошо, давайте еще разок. Видно. Все, жрет меня? Жрет меня, тварь такая. Такое себе. Вроде страшно стало, но что-то не очень. Но взвизгнул как-то так. Как будто очень. Я больше звука испугался, потому что я особо не увидел изображение. Хорошо. Окей. Все нормально. Нет смысла въезжать, ничего страшного нет. Ау! Я правильно понимаю, что сейчас она будет... Нет, я думаю, будет опускаться. Ладненько. Да, она будет опускаться! Ах ты говно! Вставай, стой, 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 стой. Куда можно кинуть камень? Где она вообще? Вот она.
Оно поплыло, поплыло! Давай. Да блин! Ладно, все нормально, все нормально, все нормально. Все реально. А зачем эта бабка на меня там выпрыгнула? Че ей надо было? В чем прикол? Пугалки мне устраивать. Она же хочет, чтобы я пришел к ней. Так, а нам сюда? Нам вот сюда. Тут получается целая... Целая стая бабок подводных плавает. Целый выводок и все бабки. Кто делал эту локацию? Давай, вставай. Ну, куда мне теперь? I don't understand. Вот сюда. Скорей, ладно, один разок по сраке можно. Ань, у тебя был шанс. Кто? Где? Кого бояться? Вот сюда. Видите? Ага, нужен рычаг. Дальше не пройти, где-то поблизости должен быть механизм. Окей. Сейчас найдем. Керосины просто до хрена. Где-то здесь. Низ. Май гад. Кто-то же вот зажигает эти свечки, поддерживает все это. Вот оно. Ура, уверен, с ее помощью можно что-то открыть. Теперь я могу опустить мост. Ай! Да ладно, нечестно. Нечестно. Не трогать. Все. Спать. Спать, лесное чудище подводное. Ух. Есть. Ай, хорошо. Ах ты, тварь. Кто там это сделал? Ты, бабка, что ли? Пройти через болото к дому Марии. Это все еще даже... Даже не оно. Даже не... Это бабка не Мария. Это просто бабка старая. Призрак. Вот это ее дом, видимо, да? Вот где? Вот этот дом высокий? Я понял, я понял, я понял. Твой! Не боимся! Не боимся! Можно было наверх-то? Нет? Где механизм? Срочно! Ха-ха-ха! Эй! Черт! Не получилось! Какой слив! Думать, черт! Да блин! Да вы чё? Да как? Куда? Все, 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 все. Все нормально. Да, блин. Мне эти брызги прямо, они как будто в лицо мне. Сейчас не слиться.
До упора! Трупак! Срать! Зачем? Зачем ты плывешь? Зачем ты плывешь? Все, не плыви! Ладно, прощайте. Ой, что? Что опять? Блин, крутая музыка. Она не до конца отпускает. Кайфово. Есть. Ну, это дом Марии уже или нет еще? Вон она стоит. Нет, это не она, это бледный мужик. Пойдем, типа, общаемся с ним. Конечно. Of course. Сюда, куда? Куда мне? Дается мне вот в эту сторону. Вон он. Он ведет меня. Ой. Ладно, нормально. Ничего так. Ничего так. Хорошо. Неплохой сюрприз, но так себе. Хайды меня так просто не отпустят. Они угрожают мне, потому что я слишком много знаю. Господи, что мне делать? Сегодня придет детектив. Сердцем чую, он достойный человек. Ну, молю, Господи, убереги меня от дьявола, что бродит по лесу. Я знаю, кто он. Я видел его без маски. Это на вот про Хайда, да, получается? Про отца Николаса. Я прошелся по ветке, спугнул ее. Черт, прости. Куда мне нужно? Ну точно не сюда. Окей. Сюда, может быть, сюда. Вон. Молнии. А вот и дом, да? Какой огромный дом. Мы близимся к завершению игры, кажется. Где этого детектива черти носит? Он написал, что придет на закате. Здесь давно никто не живет. Та женщина заявляла, что знает темный секрет моей семьи, но я без понятия, о чем она говорила. Упс. Может, в ее доме остались какие-нибудь записки? Документы? Да хоть что-то. Обыщу его, раз уж пришел. А вот и записка. Теперь я не знаю, что думать. Мой дед... Ладно, сначала прочитаем записку. Ха, недолго Хайдам осталось. Они пожалеют, что зажилили несчастную пару баксов. Когда мой непутевый муженек двинул кони. И я ж не просила о многом. Я простая и скромная женщина. Я ни гроша не увидела, хотя их семейка мне ой как должна. Еще с тех пор, как тот старый хрыч, отец Джейкоба, меня так ударил, что довел до выкидыша. Сегодня здесь будет тот детектив, и я ему все выложу. Он и сам чувствует, что это гнилые люди, а теперь еще и сможет это доказать. Спасибо, Господи. То есть... Сейчас она по-другому выглядеть стала.
Теперь я не знаю, что думать. Мой дед правда как-то навредил Марии, поэтому она так не любила нашу семью. И ведь она сказала, что выложит всю правду, но при этом не упоминала никаких серьезных улик. Она правда видела, как мой отец кого-то убил или была готова на ложь, только бы отомстить ему. Я столького не знаю. Я понял. Открытая дверь — это приглашение. Я вхожу. Я вошел. Никто не против? Иисус, ты не против? Нет, спасибо. Я вхожу. Окей. Okay. Ты! Как ты смеешь сюда являться? Убирайся именем Христовым! Изыди, дьявол! Стремный. Кто еще из нас сатана? Ой, блин! Ой, блин, какая же ты сатанюка! Охренеть! Прежде чем уходить, надо поискать какие-нибудь записи. Вдруг Мария писала предзашедшим. Мне главное не попадаться ей на глаза. Охренеть, какая стрёмная бабка. Она еще про Христа смеет что-то гнать. Даже пары пен не дал, жадный упырь. Еще и напустил этого судью. Я, понимаешь ли, пожалею, коли буду их донимать. Ну и чего мне делать? Этот старый алкаш, не упокой Господь его душу, отказался от компенсации в контракте. За пару бутылок уж я-то знаю, но пугать не смейте. Я сказала этому судьишке, что я все-все знаю. Тот взрыв был убийством. Хайды всегда чего-нибудь замышляет. Никогда не забуду, что мне сделал папаша Джейкова. А теперь вижу, что сынишка еще в 100 раз хуже. Пусть себе смеется. Я им этого не спущу. Окей, она, короче, все не так, как нам казалось. Мой отец не только не выплатил компенсацию, но еще и натравил на эту бедную женщину Нортона. Неудивительно, что нас окружают враги, а не друзья и соседи. Короче, все хороши. Как же мне не попадаться ей на глаза? Тут не так-то много мест, куда можно пойти. Тебе не избежать наказания Господня. Твои грехи будут обличены. Я как будто в Грэнни играю сейчас. А еще такое ощущение, как будто это зловещие мертвецы. Кто смотрел фильм, тот поймет. О, блин. О, блин. Чисто Грэнни. Мистер Уолтер Гилман. Уважаемый господин, я видел ваше объявление о... зачеркнуто расследование. Поиски пропавшего без вести Джона Нортона. Может быть, я и простая крестьянка? Блин, не могу. Я обычно зайду в комнату. Но богом клянусь, я знаю, кто в ответе за его исчезновение и за взрыв на шахте, в которой погиб мой муж. Я рассказал все шерифу, но он только посмеялся и сказал, что я спятил от горя. Я расскажу вам все, но только лично, в моем доме, потому что это единственное место, где мне, зачеркнуто, безопасно. Спокойно. Когда вы узнаете тайну Хайдов, все переменится. Они хорошо все скрывают, но я сама видела. Я видела, что вылезала по ночам из их подвала. Существо, покрытое кровью жертв, дикое, совсем не похоже на человека. Наверняка это выродок старого Хайда. В этой семье всегда жило чудовище. Но теперь оно выбралось наружу. Я знаю, куда оно утащило своих жертв. Оно забрало их туда. Вы должны прийти и выслушать меня. Пока не стало слишком поздно. Идите вдоль реки, которая сразу за шахтой. Мой дом рядом с болотом. Искренне ваша Мария Хейс. Вот. Теперь мне нужно переписать письмо и отдать ему, зачеркнуто, да поможет ему Господь. И когда он придет, я расскажу про секрет Хайдов. Я расскажу ему. Что у старого сукина сына есть еще один сын, которого никто не знает, потому что второй ребенок всегда был заперт. Он носит зачеркнутый цилиндр и маску. Боже, боже, боже. У его отца был еще один сын? Это какой-то бред.
Думаю, я бы заметил, что мой брат живет в одном доме со мной. Может быть, старушка и правда свихнулась? Не могу следить за ходом ее мыслей. Секрет Хайда – зверь, который куда-то устаскивает людей. Запертый ребенок. О каком звере она говорит? Старая корга совсем сошла с ума. Или в этом лесу действительно что-то скрывается? Как круто ее озвучили. Просто охренительно. Что это? Окей. Что, смотреть? Кто-то пытался задушить ее четками? Если грешишь глазами, выдави их! Она все еще внизу, ведь, надеюсь? Черт, дверь заперта, я не могу взломать замок, а ключ Мария хранит при себе. Может, я смогу украсть его, если буду осторожен? Зачем, игра? Не хочу я подходить к ней. Ты думал, я не узнаю? Думал, что я всего лишь старая слепая ведьма, и мне никто не поверит? Окей, читаем. Черт бы побрал этих хайдов. Семья подлецов. Матерь Божья, Дева Мария, только ты можешь меня понять. Я хочу быть хорошим человеком, всегда хотела, но не желать зла этим сукиным детям выше моих сил. Я не буду подставлять им другую щеку. Когда случился взрыв и моего пинчугу завалило камнями, я просила лишь маленькой компенсации. И что я получил взамен? Я и подумать не мог, что отец не станет выплачивать компенсации после того несчастного случая. В шахте добывали не золото, и мы не ворочали миллионами, но мне кажется, помочь семьям пострадавших мы все же могли. Последняя записка, пора уходить. Просто обычный... Это не обычный заброшенный дом, здесь что-то произошло, что ужасно, я чувствую. Это зло. Я его практически ощущаю, эта женщина давно умерла, и она не упокоится, пока не убьет меня, не успокоится. Нужно поскорее отсюда убираться. Все, спуск вниз. И как же я должен? Как же я должен? Опа! Отсюда не будет пути наверх. О май гад. Так, все, окна закрыты. Сюда мы не можем пройти, да? Не можем. Она здесь. Я вот хоть убейте, не знаю, как мне подойти к ней. Как мне подкатить к этой женщине. По идее, мне нужно так вот грамотно к ней сзади подойти, схватить резко, да свалить и бежать, как только получается. Ждем, она должна пройти. Вот она. Короче, она по кругу шастает. Окей. Зачем я так делаю? Я все равно дальше не выгляну. Чувствуйте, чувствуйте, оно начинается, это свербение в очочке. Опа. Сраный ключ. Ладно, пойдемте, все. Тун-тун-тун-тун-тун-тун.
Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Вон он стоит. Это же мне сделать-то грамотно, чтобы было. Как она быстро ходит? Сейчас на обратно пойдет, да? Нет? Возможно, вот в этой комнате можно как-то хорошенько спрятаться. Смотрите, записка. Давайте почитаем ее, пока она ходит. Окей, молитва. Не будет вам покоя, пока Бог покарает вас, вшивые мрази, двуличные гниды, предатели, ублюдки, скряги. Бог покарает вас, и пусть судья грохнется замертво вместе с хайдами. Будь проклятая семья, да воздаться им в 7 раз хуже свершенного. Прокляни их, какая, но боже, пусть и дети детей их страдают за то, что сделали в Блэкстоне. Что они сделали тайно, пусть станет явью. Молю тебя, Господи. Мария была настоящим фанатиком, но, учитывая судьбу моей семьи, поневоле задумываешься, молилась ли она о наказании нашего рода Богу или дьяволу. Хорошо, она должна здесь постоять сейчас, когда она придет. Стрел. Вот он идет. Окей. Черт, какая быстрая. Мне кажется, мне нужно следовать за ней и посмотреть какие-нибудь еще места. А здесь что у нас? Ух ты. Фак, закрыто. Закрыто. Как это было страшно! Бегаем по кругу, как можем. Черт! Черт, бабка! Ай, блин! В другую сторону! Нет, нет! Нет! Какая страшная бабка! Как она меня увидела! Как она меня увидела? Что я сделал не так? Давайте что попробуем? Давайте попробуем просто подбежать к ней, схватить ключ да свалить. Отдай ключ, тварь! Как так? Сработало! Сработало? Сработало! Сейчас она пройдет еще раз. Я просто тупо подбежал к ней. Че я парился? Закрываем. Дверь, которую, блин, уже нельзя закрыть, оказывается. Прекрасно. Куда же мне, блин, податься себя, а? Ладно, пусть пройдет. Окей, хорошо. Блин. Вот! Наконец-то. 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 Фу. Правильно иду? Фу. Зачем я опять в дом этот сраный возвращаюсь? А, правильно. Вот сюда. Черт.
Сейчас она будет здесь, да, конечно же, или... Шустро она поднялась. Смекнула, да, что еще? Сдохни, бабка, второй раз. Что ты видела, говори. Да мы даже допрос устраиваем ей. Кто убил тех людей? Кто взорвал шахту? Что за секрет хранит моя секрет? Говори! Ты столько раз меня душила, вот тебе, ба-ба-ба. Это был не старик Хайд. Детектив ошибался. Это он убийца. Он сам дьявол. Ты появляешься везде, где происходит трагедия и кровопролитие. За ним! Стоять! Слышишь меня? Пройти за человеком в маске. Пройдите за мной, сэр. Если это сделал не мой отец, то кто? И зачем? Кто он? Зачем он похищал и убивал людей? Как это связано со мной и моей семьей? В тоннель любви! Кто бы ни прятался под этой маской, в этот раз я не позволю ему уйти. Как бы эта лодка, она пробита. Ну да ладно. Я был на волоске от смерти, проснулся в каком-то сраном колодце рядом с трупом, а еще обнаружил тревожные улики. Эмма вызвала шерифа, и я нашел в его машине доказательства того, что мы с Николасом Хайдом одной крови. С меня хватит гребаных загадок и манипуляций, нужно разобраться, где выдумка, а где реальность. Крутая серия получилась, эта бабка меня впечатлила. Она действительно прикольно сделана была. И его именно актриса звучания очень круто справилась со своей задачей. Вот эту маниакальную, вот это. Очень хорошо было сделано. О, нет, пожалуйста, нет, остановись! Что? Окей, знаете что, давайте мы эту главу 11 потом пройдем в следующей серии. Огромное всем спасибо, что смотрели, что проходите эту игру вместе со мной. Мне очень кайфово в ней играть. И она постоянно меня удивляет. Вот каждый раз, каждое новое видео по ней, это все, всегда что-то новое. И это очень здорово. Таких игр мало прикольных, качественно сделанных. С вами был Юджин. Все ссылки на все плейлисты будут в описании под видео. Все мои соцсети будут также в описании. Буду вас всех раз, два, три, пять, девять, что? Буду всех вас там рад видеть. И... Господи, крыша съезжает уже от впечатлений, разумеется, прекрасных. Если вам нравится здесь все, то обязательно подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик. Это очень важный момент, чтобы вы получали уведомления. Ну, а я прощаюсь с вами был Юджин, и всем и пять!